минут 10 займёшь медитация, хорошо просто остановиться для того, чтобы вот часть недели, которая у нас есть сейчас, да, еще не то, что впереди, а вот мы в ней уже живем, мы в ней уже находимся, для того, чтобы она прошла у нас успешно, хорошо? Договорились. Тогда давайте прикройте глаза, пожалуйста, я тоже это сделаю. И мы с вами сделаем 5 глубоких вдохов и выдохов. И все это время постараемся уйти от мыслей и попасть в это в тихое место, где мы просто наблюдаем за своим дыханием. Если сложно, совсем сложно уйти от мыслей, если сложно совсем перестать думать, то можно представить, включить воображение и представить накатывающие и откатывающие назад волны, да, как вот на море они, когда они на берег набегают, и потом назад отступают, набегают и отступают. Вот сейчас мы сделаем 5 вдохов и 5 выдохов. Спокойно, абсолютно стараясь ни о чем, кроме дыхания, не думать. Просто наблюдая со стороны за собственным дыханием. Хорошо? Как если бы это было море. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще один глубокий вдох. Почувствовать можно вкус воздуха, почувствовать можно наслаждение от того, как воздух заполняет легкие. Выдох. Еще один медленный, неспешный вдох. Без усилий, без напряжения. И выдох. И последний глубокий вдох и выдох. Сейчас, в этом состоянии настоящего момента, я вас попрошу, чтобы вы почувствовали ваши руки. Не глядя на них, просто почувствуйте жизнь в ваших руках. Откуда вы знаете, что ваши руки живы? Откуда вы знаете, что ваши руки, они не умерли, они не, ну, не знаю, не отказали, что они есть и что они живы? Я вас попрошу сейчас не искать мысли в голове, не говорить «потому что я чувствую это и это», «потому что мои пальцы касаются, может быть, моих коленей», потому что мы не ищем сейчас слов, мы просто чувствуем. Что мы можем сделать, если сложно просто почувствовать? Тогда можно проговаривать слово «я чувствую это». Это может быть любое ощущение, которое есть у вас в руках. То есть «я чувствую это». И в это время я ощущаю какое-то движение, может быть, в своих руках. Я не говорю, что я чувствую движение, циркуляцию крови в руках. Я не говорю, что я чувствую прикосновение. Я говорю слово «это». Я чувствую это. И в этот момент я начинаю чувствовать жизнь в моих руках. Просто жизнь. Очень хорошо. Замечательно. Сейчас мы пойдем в ноги, в ступни. И сделаем то же самое со ступнями. Не надо напрягаться, не надо стараться почувствовать каждый палец или еще что-то. Потому что если мы стараемся, напрягаемся, мы снова уходим в мысли. А наша задача остановить мысли. Наша задача просто даже не остановить, пусть они себе текут, а мы выходим из потока мыслей, и мы становимся рядом. Так как если бы не иероглифично мы это рисовали, мы бы нарисовали, может быть, как мысли, как шарик, как кружок. А мы сейчас пойдем в линию рядом, которая не прикасается даже этого кружочка, она просто идет, где-то проходит, где-то рядом. И мы сейчас почувствуем ощущения в наших ступнях, не называя их,
не давая, не ставя этикетку на них, просто говоря, я чувствую это. А если вы можете, даже не надо ничего говорить, просто ощущайте. В тишине, я сейчас помолчу пару минут, в тишине почувствуйте, что как жизнь течет в ваших ногах. Замечательно. Замечательно. Сейчас мы пойдем к любому болевому ощущению в теле. Это может быть боль. Любая боль, любое болевое ощущение. Если нет болевого ощущения, это может быть ощущение тяжести или давления, если вы сидите. Давление в бедрах, ягодицах. Это может быть или это болевое ощущение где-то в области головы, или рук, или ног, все что угодно. Сейчас просто понаблюдайте за этим болевым ощущением. Точно так же нейрографически представьте, что это болевое ощущение – это такой шарик, кружочек на нашем листе. А вы ведете линию где-то рядом. И со стороны наблюдаете за этим болевым ощущением. Не этикетируйте его, не называйте его. Не говорите, например, у меня болит рука или у меня болит нога. Вы просто наблюдаете за ним. Подышите. Теперь возьмите свое дыхание, как бы запустите его осознанно. Дыхание и подышите. И посмотрите, как это болевое ощущение, оно начинает смягчаться. Может быть, оно сильное, может быть, оно усиливается каким-то образом. Но, скорее всего, оно начнет смягчаться. Оно начнет смягчаться как от дыхания и от наблюдения, как если бы корка сухого хлеба лежала под краном воды. И понемножку это болевое ощущение, оно начинает наполняться позитивной энергией, спокойной энергией, мирной энергией. И оно начинает смягчаться, оно начинает растекаться, растворяться. Оно уже не такое жесткое, не такое ограниченное, не такое преткновение, оно более мягкое. Мы можем сейчас представить, как в нашем воображении, как мы выводим нейрографическими линиями энергию из этого болевого ощущения. Мы тем самым мы как бы растворяем это болевое ощущение, как эта корка хлеба, которая она просто растворяется в воде, она расплывается в воде. И чем больше воды, тем меньше концентрация, тем меньше концентрация этой субстанции, этого предмета или этого объекта нашего наблюдения. Пустите туда еще больше дыхания. Еще больше спокойного наблюдения, мирной, спокойной энергии. Омойте нейрографическими линиями, словно волнами воды, словно потоками воды. Омойте это ощущение. В вашем воображении может быть этот нейрографический рисунок, этот шарик, который мы просто проводим через него нейрографические линии и их выводим.
мы скругляем уголочки, убираем весь конфликт. Потихоньку этот кружочек, он просто растворяется в общем нейрографическом рисунке. У него уже нет этой концентрации, у него уже нет этой плотности. Он становится растворенным. И сейчас мы добавим, в нашем воображении мы добавим цвет. Возьмем спокойный цвет. Это может быть светло-голубой цвет или светло-розовый цвет. Любой цвет, который вызывает спокойствие, или бежевый цвет. И мы проведем энергию через этот кружочек. Мы не будем отдельно кружочек выводить. Но вот по линиям мы прямо проведем этим цветом в нашем воображении по линии, чтобы еще больше растворить этот кружочек, чтобы еще больше его слить с пространством, чтобы снять напряжение с этого болевого ощущения. Потихоньку оно перестает быть болевым ощущением. Мы больше не называем это болью. Это просто часть пространства, как свет, как ветер, как дождь, как воздух. Это часть пространства. Да, оно может быть еще есть, да, оно может быть еще присутствует, но мы уже не сопротивляемся ему, мы уже не проявляем эту жесткость, эту ненависть к этому чувству. Мы влили его в пространство, мы сделали его частью этого пространства. Мы приняли его как то, что есть, здесь и сейчас. Оно просто есть. И, возможно, потом мы как-то разберемся с этим, с этой болью. Может быть, мы выпьем таблетку, или мы пойдем к врачу, или еще что-то произойдет. И эта боль пройдет сама. Но сейчас она есть. И мы ее принимаем в свое пространство как часть его. И мы соглашаемся, что она есть. Мы не отрицаем очевидно. Она есть. И я есть. Я есть здесь и сейчас. С моими болями, с моим дыханием, с моим мирным ощущением, с тяжестью в руках и в ногах. Я есть здесь и сейчас. Я не 5 минут вперед. Я не секунду назад. Я живу здесь и сейчас. И это и есть моя жизнь. Другой жизни у меня нет. Все остальное – это идеи и мысли про будущее или про прошлое. Но меня там нет. На самом деле я живу в этом моменте. И я принимаю этот момент как бытность, как то, что существует, как то, что я есть и где я есть. Этот момент мой друг, я друг моей жизни, я друг Вселенной, я друг Богу, я друг всему тому, что происходит. Я дружу с моей жизнью, я не противостою ей. Я не хочу другую жизнь. Я не могу ее иметь, поэтому я ее не хочу. Я просто делаю то, что я могу делать в настоящий момент, чтобы моя жизнь стала приятнее, лучше именно в этот момент. И каждый момент моей жизни я делаю то, что делает мою жизнь лучше, приятнее, спокойнее, более мирный. Я вдыхаю жизнь. И я говорю ей: здравствуй, жизнь. Я вдыхаю жизнь. И я говорю: я принимаю тебя, жизнь. Я больше не сопротивляюсь тебе. Я больше не борюсь с тобой. Я больше не хочу оказаться в другом месте, в другом времени, в других обстоятельствах. Я принимаю тебя здесь и сейчас. И здесь и сейчас я делаю все возможное, чтобы этот момент был самым лучшим в моей жизни. Здесь и сейчас я живу каждый день, целый день.
Каждый день я живу только здесь и сейчас. Я делаю самое лучшее здесь и сейчас. Даже если я планирую мое будущее, даже если я ставлю какие-то цели и задачи, я делаю это здесь и сейчас. Я принимаю тебя, жизнь. Я дружу с тобой, жизнь. Ты мой друг, я твой друг. Я больше не борюсь с тобой. Мне хорошо. Я верю, что завтрашний день он сам позаботится о себе. Потому что завтрашний день, он существует только в моем воображении. Я могу планировать завтрашний день, но я буду делать это здесь и сейчас. Я не буду хотеть оказаться в завтрашнем дне, потому что здесь и сейчас я себя чувствую нехорошо, я себя чувствую некомфортно, не в своей тарелке. Даже если у меня есть боль, с которой мы разговаривали раньше, даже если у меня есть дискомфорт, даже если мне не хватает сегодня финансов, или мне чего-то не хватает, я принимаю этот момент как что-то существующее, как что-то, что есть. И я делаю самое лучшее в этом моменте для того, чтобы моя жизнь, она была счастливая. Я благодарю тебя, жизнь, за то, что здесь и сейчас мне хорошо, за то, что я вижу хорошее, я замечаю хорошее в жизни. Я не улетаю в моих мыслях, в мои какие-то проблемы. Я не наслаждаюсь страданиями о прошлом или о будущем. Я живу в настоящем моменте, наслаждаюсь. Я вижу жизнь, я слышу жизнь, я слышу свое тело, я уделяю ему внимание. Я слышу собеседника, я уделяю внимание, полное внимание собеседнику. Даже если этот собеседник – это я сама. Даже если мой собеседник – это мой внутренний голос, который говорит. Я наблюдаю, я слышу себя, я открываю себе, я принимаю себя такую, какая я есть. Я знаю, что когда я принимаю себя, я каждый раз становлюсь лучше и лучше. Когда я слышу себя, я каждый раз становлюсь лучше и лучше. Я становлюсь лучше в этом моменте. Я действую лучше в этом настоящем моменте, не когда-нибудь в будущем. Или не думая о том, что я могла совершить лучше в прошлом. Ни прошлого, ни будущего не существует. Существует здесь и сейчас этот вечный момент, который называется жизнь, и в котором я нахожусь. Поэтому я именно здесь и сейчас принимаю решение. Здесь и сейчас я расслабляюсь. Здесь и сейчас я слушаю себя. Я слушаю жизнь. Я уделяю внимание тому, что меня окружает. Я замечаю людей, птиц, воздух, свет, блага, которые меня окружают. Я благодарна за все то доброе, что меня окружает. Я говорю жизни «да». Я говорю жизни «я согласна жить тебя». Я отказываюсь от сопротивления жизни. Я больше не хочу находиться где-то в другом моменте. Я больше не живу где-то в другой жизни, придуманной мной. Я нахожусь здесь и сейчас. Если я планирую будущее, я планирую его из позиции здесь и сейчас. Я вижу себя, может быть, я вижу себя, представляю себя в будущем, но не потому, что здесь и сейчас я ненавижу себя и хочу быть другим человеком, а потому что здесь и сейчас я наслаждаюсь моментом. Я могу включать свое воображение и наслаждаться воображением. Без страдания о том, что у меня чего-то еще нет, что чего-то мне надо еще достигать, я просто наслаждаюсь уже моей жизнью. Каждое происходящее событие, которое происходит со мной здесь и сейчас, я его проживаю на 100%.
Сделаем еще 5 глубоких вдохов и выдохов, осознанно, не спеша, никуда не торопясь. И последний вдох. И выдох. Мы можем медленно открыть глазки, мы можем медленно вернуться во внешнее восприятие жизни. И я вам желаю хорошего дня, я вам желаю хорошего момента, настоящего момента. То, что мы сейчас с вами делали, вы можете это потом нарисовать, так как мы с вами сейчас рисовали. Сейчас я включу камеру свою. Если кто-то хочет включиться, тоже будет очень приятно. Спасибо и вам, что вы участвовали. Она есть записанная целиком, поэтому вы можете к ней возвращаться. Хорошо? И мы рисовали в воображении. Я не знаю, услышали ли вы... Мне солнышко светит в глаза, я не вижу. Хорошо, я не знаю... Услышали ли вы всю медитацию, но мы рисовали нейрографику в нашем воображении, поэтому вы потом ее можете прямо нарисовать. Вот все, что вы представляли, и то, что вы будете слушать, вы прямо его можете рисовать. Это очень хорошая такая нейрографика медитативная, в которой вы прямо прорисовываете вот все, что вы делаете. И вы можете возвращаться. Я сейчас скачаю эту медитацию, загружу ее в YouTube и вам дам ссылочку, и вы можете к ней возвращаться и прям прорисовывать. Она очень коротенькая. Смотрите, мы с вами, не знаю, мы там поговорили чуть-чуть, а потом мы с вами, ну, минут 15, может быть, она длится. И как раз вот эта 15-минутная такая быстрая нейрографика, которая вам поможет просто в ваш день как бы запустить с такой хорошей, принимающей ноги. Ладно. Все, хорошо. Хорошего вам дня. Больше мы не будем, больше я вас не буду задерживать. Хорошо, отлично. Знаете, почему вам понравилось? Потому что на самом деле бежим все время. Мы бежим, и мы все время находимся в мыслях. И мысли, они... Это не наша настоящая жизнь. Это то, что мы придумываем, да, и мы все время думаем или о прошлом, или о будущем. Поэтому мысли — это не мы. А мы сегодня с вами отошли от мыслей, да, вот как мы рисовали нейрографику, мы вышли из этого круга мыслей, и мы пошли рядышком. Поэтому очень, действительно, мне она очень нравится, эта медитация, я ее постоянно делаю. Хорошо, давайте я выключу запись.